Привет! Такого мы еще не делали. Это получилась настоящая гуманитарная международная акция в поддержку военных медиков Украины. В ней приняли участие люди из разных стран с разным гражданством, но их всех объединяет неравнодушие и желание добиться справедливости. Концерт, который вы сейчас увидите, прошел в солнечной Валенсии. И вот у меня появилась запись. Мы смотрим ее вместе в преддверии Дня Независимости, как мне кажется, главного праздника в году. И, конечно, эта независимость возможна исключительно благодаря украинской армии, украинским вооруженным силам. Мы можем голосовать за разные партии, можем спорить друг с другом, ходить в разные церкви, говорить на разных языках, ходить в вышиванках или не ходить в вышиванках, быть умными и не очень. Мы можем выбирать. Это все возможно исключительно благодаря мужеству парней и девчонок, которые защищают нашу страну. В описании к видео будут реквизиты волонтеров, которым доверяю я. Вы можете помогать нашей армии через тех людей, которым доверяете вы, которых знаете вы лично. Но главное здесь это помогать. И не забывать, что война еще далеко не закончена. Отдельное спасибо я хочу выразить Михаилу Юдину и Марии Юдиной. Это люди с большой буквы, с большим сердцем. И без них этот концерт был бы невозможен. Смотрите, наслаждайтесь, ведь музыка не требует перевода. Дорогие друзья! Сегодня мы проводим благотворительный концерт в поддержку военных медиков Украины. Мы призываем всех неравнодушных граждан мира поддержать военных медиков Украины и принять участие в сборе средств и медицинское оборудование для оказания экстренной помощи. 13 июля 2020 года, спасая своего побратима Ярослава Журавеля, погиб военный медик Николай Ильин. Украине, возвращаемся за Яриком. Мы не только Рождение туда, я пойду туда, нахуй. Все, вчетвером пошли. Пятый он медик как раз. Идем, нормально вытащим. Одного пятого... Какое ранение у него? Погнали. Ребята, время, пацаны. Один раз живем, погнали. Пацаны, время самое главное сейчас. Прошу почтить минуты молчания. Память Николая Ильина. И всех героев, отдавших свои жизни за свободу Украины. Nos saben mentir, no.
землям бурли. Сегодня, Сеньор,
Дорогие наши врачи, мы от всего сердца хотели бы поблагодарить вас за ту большую работу, которую вы делаете, за то, что вы спасаете жизни защитников Родины. Мы хотим, чтобы вы были счастливы, мы вас очень любим и желаем мирного неба над головой. Oh.
Oh,